9 тренировок на подготовку мне, конечно же, не хватило. Я где-то спешил, где-то делал не идеально, где-то ошибался. Но надо посмотреть на видео, как это смотрелось. Возможно, я один понимаю, что где-то я сделал не совсем идеально и не совсем так, как я хотел. Я понимал, что я устану и умру еще на демонстрации, бороться будет тяжело. А потом мы перешли к борьбе. Мне очень понравились, я не могу не пошутить, про разминочные схватки с пурпуром. После таких разминок ты думаешь, что уже как бы, может быть, пора уже честь звать. А это, оказывается, только разминка была. Вот, в общем, было любопытно. Мне очень понравились схватки, очень интересно. Знаете, во время экзамена, не знаю, как у других, у меня это шло волнами. То есть такой, оп-оп-оп, у меня есть силы, оп-оп-оп, у меня вообще нет силы, я сейчас как бы, скорее всего, здесь умру. Оп-оп-оп-оп, снова пошел, оп-оп-оп, снова как бы я умер. Вот, но как бы важно каждый раз, когда тебе очень тяжело, когда у тебя уже нету сил, когда ты лег и погибаешь, как бы, ну, найти в себе силы, как герои «Былины» или герои «Марвел», если вы не смотрите «Былины», да, в смысле, не читаете, встать и продолжить, как бы найти в себе силы, подняться еще раз и еще раз сделать. В этом, наверное, и есть какой-то сакраментальный смысл экзамена на пояс. Повторюсь, я ходил с коричневым поясом 5 лет, и мне пока очень непривычен этот цвет, и я пока, безусловно, до конца не понял, что означает переход в дивизион черных поясов, но я очень доволен. Я уверен, что я буду продолжать соревноваться, друзья, и рад буду встретиться со всеми, кто смотрит это видео и может оказаться со мной на одном ковре. Экзамен на пояс – это ревизия того, что у тебя происходило за предыдущие годы. А экзамен на черный пояс – это, знаете, это ревизия, в моем случае, 11,5 лет борьбы. Что я умею, что я не умею и так далее. Это очень интересно. Во-первых, очевидно, что я еще очень многое не умею, и это очень круто. Я буду работать над тем, чтобы это уметь. Во-вторых, многие светила бразильского джиу-джитсу говорят о том, что с получением черного пояса все только начинается. Начинается настоящее обучение, начинается настоящий путь. Вот, мой настоящий путь наконец-то начинается. Ну, посмотрим, что меня на нем ждет. Я уверен, что я получу удовольствие, и это будет круто. Вот. Спасибо всем, кто был сегодня на трансляции, друзья. Я чувствовал вашу поддержку. Спасибо вам. Ну что ж, ждем скоро всех в зале.